Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации, это Покровский район Донецкой области. Здравствуйте, Виталий. Нашей аудитории напомню, что Авдеевка является, по сути, тоже форпостом для оккупантов. Всего лишь в нескольких километрах от временно оккупированного Донецка. Тоже пункт, который держат наши военные. И кажется, что Авдеевка как бы для них становится похожим объектом, как и Мариуполь. Ее просто хотят снести с лица земли. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас в Авдеевке? Слава Украине! Здравствуйте. Героям слава! Здравствуйте. Ситуация очень тяжелая, очень напряженная. Это, скажем так, следствие десятков обстрелов по городу в течение суток. Это следствие иногда 10-12 ракетных ударов в сутки в центральную часть города в большей степени. Стирают город с лица земли, бьют, реально со всего, что у них есть на вооружении. Ствольная артиллерия, танковые обстрелы, РСЗВ-системы «Град» постоянно. Не знаю, тот же Авдеевский Коксохимзавод, практически ничего от него не осталось. Они его иногда по нескольку раз в сутки бьют по Авдеевскому Коксохимзаводу. Ситуация очень напряженная, очень сложная. Тут, знаете, сказать, что они хотят сделать то же самое, что и с Мариуполем, не совсем, наверное, это будет правильно, потому что Мариуполь-то им практически там удалось взять в окружение в первые там дни полномасштабной войны, то с Авдеевкой чуть сложнее. И это, наверное, их еще больше заводит, еще больше бесит, потому что с 2014 года Авдеевка является форпостом, а с начала полномасштабки так вообще как бы-то ничего им не удается. Если говорить о промке, так называемой, то ни единого метра с начала полномасштабной войны им не удалось на промке вообще пройти, взять. Соответственно, все, что они могут, это забрасывать город десятками тысяч всяких снарядов, ракет, мин и так далее. И десятки тысяч своих солдат они просто телами забрасывают нашу землю, конкретно пытаясь окружить город Авдеевку. Виталий, а скажите, пожалуйста, касаемо людей, украинцев, которые оставались и остаются еще в городе, удается ли эвакуировать, и что с детьми? Мы читали в новостях, что есть хорошие новости в этом отношении, что удается вывозить все же из Авдеевки детей. Приняли постановление Кабинета министров по поводу эвакуации, принудительной эвакуации детей с фронтовых этих громад. Я, честно говоря, еще текстовку эту не видел, этого постановления, но те комментарии, которые уже те или иные эксперты дают, что вроде бы как по этим критериям попадает только лишь город Бахмут. Но я вам скажу так, если есть политическое решение, даже не политическое, не так, если есть принципиальное решение, что так не должно быть и детей не должно быть, на уровне области, на уровне там любой громады, то эти дети будут выезжать, и есть критерии, нет критерий, это не важно на самом-то деле. Есть четкая, такая вот уверенность в том, что в ближайшее время в Авдеевке, по крайней мере, не останется ни одного ребенка, потому что та тенденция, которая идет сейчас у нас на эвакуацию, она не может не радовать. Плохо, конечно, что досиделись именно до таких ситуаций, что нужен был какой-то законный механизм, чтобы их вывозить, или же досидев до такой сложной ситуации, я имею в виду по военной линии, потому что, повторюсь, десятки обстрелов по городу, села, которые вокруг Авдеевки, Очеретинской соседней громады, то есть они вообще последние две недели просто их стирают с лица земли. Есть маленькое село Ласточкино, это буквально в километре от Авдеевки, это Очеретинская громада. Там очень долго сидели люди и вообще не выезжали. За неделю выехало практически там 150 человек, практически все село,
которая оставалась там еще там, 2 недели назад, они выехали, потому что не видят, что происходит. Плюс-минус та же самая ситуация и в Авдеевке. Едут каждый день у нас эвакуация, последние дни 10. Ну, если конкретно в цифрах говорить, 2 недели назад у нас в Авдеевке было официально 47 детей, сегодня 18. Хорошо это или плохо? Ну, сложно сказать. Плохо, но хорошо, что хотя бы есть какая-то тенденция на эвакуацию. По людям, по взрослым людям, которые в городе еще находятся, то тоже есть тенденция неплохая. Разные цифры выезжают в последнее время, начиная от 6, заканчивая 25 человек в день мы вывозим из города. В этом задействованы полиция, в этом задействованы волонтеры, в этом задействованы представители военной администрации, которые на месте, ну, и выполняют свои функциональные обязанности. Сложно, но, знаете, было бы желание, а там это, гуртом мы все организуем. Расскажите, пожалуйста, вот пишут пропагандисты о том, что российская авиация работает как раз по направлению Авдеевки. Правда ли это? Действительно ли совершаются налеты вертолетами или самолетами? Что об этом известно? Да, участились очень много авианалетов, иногда 4, 5, 6 бывает авианалетов по городу. Применяются как самолеты, так и вертолеты, иногда парами работают. Бывали такие случаи, 4 самолета заходили одновременно, работали 2 в черту города, 2 на позиции около города. Да, они участились, скажем так, вылазки. Но проблема в том, что они не залетают, ну, очень редко, когда залетают в зону досягаемости наших средств ПВО, ручных или еще каких-либо, да. Потому что, ну, то, что они используют, в основном, это бомбы или ракеты дальнего действия. То есть они спокойно себе из района, даже не Ясиноватой, а Макеевки, выстрелили свои ракеты и вернулись назад. Ну, так называемое кадрирование применили и вернулись назад. То есть это 30-40 километров от Авдеевки, и сложно очень их зацепить в этот момент. Но иногда бывают, конечно, залетают, и ребята, те, которые несут службу, скажем так, на нашем направлении, иногда все-таки их сбивают. Да, мы очень ждем поставок дальнобойного оружия, и, как я понимаю, вот принципиально важно, часто спрашивают, а зачем наши военные находятся в той же Марьинке, которую равняют землей оккупанты, я так понимаю, как раз чтобы Авдеевку не взяли в кольцо, правильно, в том числе, если можно коротко, вот объясните этот момент. Марьинка нет, это далеко от нас, и тактически это практически невозможно, держать Марьинку, тут немножко другая история. Если все-таки наши отойдут из Бахмута, то, конечно, на Авдеевском направлении, ну, это вот если проследить тенденции, которые были, допустим, там, Солидар, да, вот они взяли Солидар, и они дальше не пошли, они успокоились, они понимают, дальше для них невыгодные позиции, и они взяли Солидар, и дальше не пошли. Дальше они свое внимание переключили на Бахмут. Сейчас, если вот они, ну, не дай боже, возьмут Бахмут, в кавычках, да, возьмут Бахмут, они дальше не пойдут, все это прекрасно понимают. Там дальше канал Северский Донец, они его не перейдут. То есть они до Часовьяра не смогут дойти, потому что, во-первых, там высоты у нас, во-вторых, есть водная преграда, которую, ну, в этих условиях невозможно будет пройти. И они успокоятся на Бахмуте, соответственно, дальше они будут свое внимание переключать на Авдеевку. То есть другого варианта у них нет, и они всем этим показывают, потому что те штурмовые действия, которые проходят по городу, ну, мы прям видим, понимаем, то есть в Бахмуте чуть затишье у нас начинается, у нас затишье начинается в Бахмуте. То есть, ну, читая сводки по штурмовым действиям, по времени, по дням, то есть мы понимаем, что это вот, знаете, у них нет силы давить сразу и Бахмут, и Авдеевку, Марьинку, Угледар. То есть все равно есть вот эти перекосы по, скажем так, по возможности, количеству, интенсивности штурмовых действий. Ну, статистика потерь только подтверждает то, что сил у оккупантов все меньше и меньше становится, и трупы усеяны, поля усеяны трупами тех же вагнеровцев, о которых мы сегодня говорили в эфире, тому подтверждение. Спасибо вам большое за это включение. Виталий Барабаш, глава Авдеевской военной администрации Покровского района Донецкой области, был с нами на прямом включении. Спасибо вам.